Выехал на встречку, лишился прав. Сотрудники ДПС провели рейд на одной из самых загруженных улиц Саратова. Вынужденные стоять в ежедневных автомобильных пробках на Мясницкой, водители нарушают правила дорожного движения и преодолевают затор по встречной полосе, предназначенной для общественного и специального транспорта. По словам инспекторов, теперь на этом дорожном участке посты ДПС будут работать ежедневно для наказания нарушителей. Нарушение наказывается в соответствии с кодексом административных правонарушений. Это штраф 5000 рублей или лишение от 4 до 6 месяцев. Это штраф накладывается, если это впервые в течение года. При повторном нарушении, соответственно, будет уже только лишение.